Ой, ребята, здравствуйте! Как же хорошо на улице, весна, природа расцвела, скрипы, каникулы. О, Марья Ивановна! Здравствуйте, Марья Ивановна, здравствуйте! О, какой у вас цветочек! Есть идейка, пацаны. Тупари, да хватит уже, оставь ее в покое, скоро каникулы. Не говори, что ты тоже так считаешь. Нет. Вот, вас больше. Поржем вместе за то. Ой. На радостях, что скоро лето, я не увижу вас целые 3 месяца. Я даже журнал забыла. Сейчас приду. О! Свалила, пацаны, как чувствует, что мне нужна свобода действий. Смотрите, что у меня есть. Перчик. В столовке подрезал приправа, букет перца. Тупорев, ну сколько можно? Да сколько длится учебный год, столько и нужно, правда? Понял? Давай, пододвинься, зануда, я вылез. О! Сейчас мы устроим. О, реально пахнет! Она точно принюхается! Да побольше! Чтоб чихалась ей до конца урока! Ой, даже меня цепануло! Ну-ка, Потанов, двигайся на место! Ну, сейчас начнется, завуч, директор! Не дашь уже спокойно за четверть отметки исправить! Исправить? Мне нечего там исправлять, меня устраивает все. А теперь сидим и смотрим, как она придет. Ну что, все готовы исправлять оценки за четверть? Да, готовы, Мария Ивановна. Если нам ничего не помешает их исправить. Ага, еще как готовы. Ну-ка, где моя камера? О, погнали! Ну что, кто хочет исправить первым отметку в математике? Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте здоровы! А, Марья Ивановна, а что? Аллергия? Да что-то не болит. Я никогда аллергию не знаю. Марья Ивановна, а мне кажется, у вас симптомы коронавируса на лицо, на мозг. Может, вам на больничный до конца четверти, а? Да. Какой больничный? Я все прекрасно... Я в медпункт. Точно в медпункт. Теперь Марья Ивановна еще сотрясение мозга будет. А вы тут при чем? Это она дочихалась. Еще и видосик снял козырный в Ютуб. Что, сливаем? Давай. Пацаны, слушайте, какой мозоль себе на телефон скачал. Ну-ка. Норм. Чухер, Марья Ивановна идет. Прячкай. Здравствуйте, Марья Ивановна. Здравствуйте. Так, ребята, сегодня исправляем четверные отметки. Затупин. У тебя твердая тройка. Можешь отдыхать. Ура, повезло. Везет дуракам. Тупорев и Ботанов пишут текст под диктовку. Ботанов, конечно же, помогает Тупорю, чтобы он на второй год не остался. Смотри, не подкачанет. Вау! Марья Ивановна, не спешите, я все-таки записывать пытаюсь. Как это слово? Изготавливаю. Блин, она придумывает. Ну не спешите, Марья Ивановна. Тупорев, ну хватит орать, дай поспать спокойно. Отвернись и спи, мешает мне тут. Марья Ивановна, ну я устал, ну дайте хоть пару минут отдохнуть. О, Ботанов тоже устал, да. Правда? Во! Ой, боже мой, Тупорев, ты как будто вагон разгружал. Отдыхай давай, я пока журнал заполню. О! Спасибо. Спасибо, Марья Ивановна, от души душевно в душу. Фу. У вас 2 минуты, ручки разминай для следующего абзаца. Ох, немножко перерыва. Слушай, тебе не кажется, что Затупин вообще офигел? Надо ему как-то отомстить. Ну как?
Он же нам мелодию показывал. Новую! А телефон в карман сунул! И вибро стопудово не включил! А чтоб эффект был дольше, он его не мог выключить, сейчас мы ему позвоним. На! Приготовься, по команде наберешь! А я ему карман степлером зашью. Все, готово! Набирай его номер! И прячь, как будто это не мы. Маривана, а чё это он на вибро не ставит? Я не понял! Затупин быстро телефон выключил на уроке! Я сейчас тебя к директору отведу! Маривана, простите, мне кто-то карман зашил! Я не могу телефон достать! Наверное, сам себе во сне зашил! А выгоните его в коридор, чё он тут спит? А мы диктант продолжим писать! Затупин вышел в коридор, выключил свой телефон и вернулся с директором! Быстро! Нет, давай садись быстрее! Не-не, пацаны, конечно, здорово! Но не! Пока Мари Ван нету, у меня пранк готов! Короче, мои любимые таракульки. И клей выкупил! Специальный для пранков! Держится 2 минуты и потом отклеивается! Сейчас я вам покажу кое-что! Король пранков! Давай, Тубарев, фигачь их на потолок, давай! Ща будет! Осторожней там! Вот дают тараканов на потолок клеить! Давай, Тубарев, хорош! Готово! Теперь осталось только ржать! Так, дети, здравствуйте! У нас сейчас урок физики. Достаем учебники. Тема силы тяжести. Тубарев, ты че не готовишься? Дурак я или чё? Тут осталось минутку подождать. И сейчас посыпется сила тяжести из тараканов. Тупорев, я не поняла, ты почему не повторяешь? Ага, началось, Ремзя, сикай! Да откуда они? Марья Ивановна, вот это и есть сила тяжести! Все, пацаны, физики не будет сегодня! Отдыхаем, братва! Пацаны, пока Марья Ивановна ушла, слушайте, я подремлю. Она вернется, разбудите, ну по-братски, окей? Окей, ну ладно, давай. Затупин, смотри! Чё? Ты чё? Небольшой пранк! Ты чё, Ботанов? Он тебя прибьёт! Откуда он понял, что это я? Марья Ивановна на него наорёт, он убежит, только пятки сверкать будут! Тубарев, ты чё спишь? Я только на минуту вышла! Вставай давай! Всё нормально! Это чё такое? Тубарев, опять твои дурацкие шуточки! Вышел вон из класса! Марионна, чё я? Блондин. Слушай, Ботанов, что-то Тупорева нету. Может, он опять за старое взялся, прогуливает. Да меня больше волнует, что Марии Ивановны нету. Так это хорошо, что ее нету. Пусть бы вообще не было. Лучше бы Тупорева твоего не было. Он вечно нам уроки срывает. Учиться не дает нормально. Причем тут Тупорев, Ботанов? Надо и учись себе спокойно. И буду, когда вас двоих на второй год оставят. Кто его на второй год оставит? Ты знаешь, где его папа работает? Ну тогда тебя оставят. А меня кто оставит?
Я же лучший друг Тупорева. А ты знаешь, где его папа работает? Там какие-то разговоры за дверью. Походу идут. Ботанов и Затупин уже в классе. Где это Марья Ивановна? Сколько ее ждать можно? Уже урок должен начаться, где она ходит? Чего вообще себе думает? На урок опаздывать, а? О, Тупорев, а ты что здесь делаешь? Класс вроде открыт. А, здрасте, Марья Ивановна. Да, открыт, открыт. Но я жду вас. Оценки исправлять не разрешу. Марья Ивановна, вы подождите. Вы не спешите. Вы сначала посмотрите, что у меня для вас есть. А потом будете все придумывать. Вот это вам, Марья Ивановна! О, айфон 12-й? Не, Марья Ивановна, не 12-й. Это 11-й Pro, но не хуже. А я смотрю, вы разбираетесь, да? Да я даже мечтать о нем не могу со своей зарплатой. Так, в рекламе видела. А ты что, похвастаться хотел? На, держи. Не-не, Марья Ивановна, я не похвастаться. Это теперь ваш айфон, ваш и только ваш. Не поняла, Тупорев, это что, взятка? Не-не-не-не, вы что, Марья Ивановна, как вы могли подумать, какая взятка? Не-не-не, это вам, от чистого, где оно, ау, от чистого сердца, вы что? Это за ваше терпение и труды, и за то, что вы меня учите. Наслаждайтесь. Здорово, пацаны! Обалдеть, вот это счастье привалило. Тупорев, где ты был? Тупорев, кем у тебя папа работает? Да я чё на допросе? Короче, в коридоре Марью Ивановну встретил, задержался. Всё, где какое дело? Всё, шухер, Марья Ивановна идёт, всё. Здравствуйте, дети. Здравствуй, Тупорев. Здравствуйте. А чё Тупорев отдельно? Ой, не завидуйте. Здравствуйте, Марья Ивановна, здравствуйте. Ой. Так, на уроки смотреть нельзя, пока я смотрю. Так, к уроку готовы? Первым уроком английский язык. Я, Марья Ивановна! We are готовы! Чё ты несёшь, Тупорев? Молодец, Тупорев, вижу, готов. Марья Ивановна, а вас не смущает, что он начал на немецком, а закончил на английском? Да ещё ошибок сделал. Слушайте, какое дело! Так, Тупореву позволительно, он особенный. Витя, я особенный. Так где у тебя папа работает? Да тебе, что ты к моему папе прицепился? Тебе какое дело, а? Что ты им тут уже набрехал сидишь? Ты сказки чё? Придумаешь какие-то. Как будет по-английски дверь? Слова вы должны были учить. Я. Тупорев, ты знаешь? Конечно, Марья Ивановна. Но я же учил. Ну, отвечай тогда. Значит так, Марья Ивановна, дверь по-английски будет the door. Что? Дверь по-английски будет door. Ну, Тупорев, твердая троечка. Марья Ивановна, и мне тогда троечка. Марья Ивановна, ну тогда с таким раскладом мне тогда две пятерочки надо ставить. Размечтался! Английский выучи! Ферштейн! Хорошо, Затупин, тебе тоже троечка, и тебе, Ботанов, троечка. Марья Ивановна, как? Вы ничего не перепутали? Ботанов, ну не твой уровень. Кажется, я начинаю догадываться, что здесь происходит. Да где твой батя работает? Да где-то пром, что-то там пром. Да и важно. Промтовары. Промтовары? Может, и промтовары, иди помнить. Короче, вспомню, скажу. Марья Ивановна, а можно троечку в дневник, чтоб я папе показал? Не спеши, Дубрев. Сейчас еще на пару вопросиков ответишь и до пятерочки дотянешь. О, братан, давай, ты сможешь. Тупореву пятерка? Марья Ивановна, задавайте вопрос. Я сейчас докажу, что я лучше его знаю. Задавайте, давайте. Задавайте, задавайте. Только не меня, мне тройки достаточно. Че там бухтишь? Ничего. Вот и сиди со своей тройкой. А у меня есть шанс пятерку вырвать. Ну давай. Так, ну ответьте мне тогда на такой вопрос. Как будет по-английски
Картошка. Я! Я знаю! Я знаю, Марья Ивановна! Спросите меня, Марья Ивановна, я знаю! Ну, Ботанов, отвечай первую. Potato! А вот и нет! Правильно будет! The картошка! Ты что несешь? Ты что, фильмы не смотрел? Да каш ему затопим! Все американцы в кино так говорят! Картошка! Ну, Ботанов, ты тройку свою не справил, а Тупорев на четверочку вытянул. Да как? Что за несправедливость? Да так, я тоже слышал! Либо картошка, либо картофан! Ха, ну чё, утер нас! Марья Ивановна, а задайте еще один мне вопрос! Я уже прям пятерочку так захотел! Даже не помнишь, где твой папа работает? А еще пятерку хочешь? Да вспомнил я же, где он работает! Пром этот, как его? Газпром, во! Ничего себе! Это тот, что мечты исполняет? Да, именно так! Так мой папа и говорит. Газпром, исполняем мечты! Я же тебе говорил, Ботанов. Ну, Марья Ивановна, спросите еще один вопрос. Так, вопрос только для Тупорева. Только для Тупорева. Тупорев, скажи мне, пожалуйста, как будет по-английски «мама»? Да это для первого класса вопрос. Ну ты иди в первый класс, понял? Это, короче, мама по-английски будет... Так, как же я маму называю? А, эй, мам, принеси то, эй, мам, принеси это. Короче, мам. Молодец, Тупорев. Твердая пятерка. Давай дневник. На, Ботанов, передай. Теперь я понимаю, почему у Марии Ивановны на столе черная коробочка. И у тебя одни пятерки. Не завидуй! Завидовать плохо! Да понял? Еще как плохо! А я смотрю, тебе в моей тени троечка прилетела! Ой, Тупорев, что-то у тебя тут не заполнено. Ладно, идите на перемену, я заполню дневник и отметочку тебе поставлю. Дневник за тебя заполнит! Давай выходи на перемену! Ну, спасибо, Марья Ивановна, спасибо! Стойте, стойте, пацаны, стойте! Тихо! Да не обижайся ты, Ботанов, на меня! Вы чё, это мега прикол! Короче, смотрите, я даже это на телефон сниму, чуваки! Айфон ей подарил, и пятерку хочешь получить незаслуженно! Да ты чё, какой айфон? У меня у самого не айфон! Ты чё думаешь, мне папка денег дал бы на айфон для Марьи Ивановны? Ку-ку совсем! Тсс, я чувствую даже не то, что пятерку не получу! Капздец не будет, и батю вызовут. Но ради такого пранка я на это пошел. И ради вас. Следующего урока точно не будет. Смотрите. Ну, конечно, не зря я терпела этого Тупорева. Подфартила мне с телефончиком новеньким. 11-й айфон. Разве я могла себе такое представить? Так. Ну, Тупорев, тебя точно исключат! Вот это ты придумал, Тупорев! Я-то думал, только батю вызовут, а меня походу из школы исключат!